Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Мне очень приятно, что вы сочли возможным для проведения своего форума приехать именно в Москву. К сожалению, график моих международных встреч со своими коллегами не позволил мне сегодня быть в столице России, но мы самым внимательным образом относимся к деятельности российской налоговой службы и коллег господина Мишустина в других странах мира. Должен сразу сказать, это вы и без меня хорошо знаете. К сожалению, ваша работа не воспевается в стихах, в песнях, потому что платить деньги, отдавать их налоговой службе, мало кому нравится. И так было во все времена. Но это не принижает значение вашей службы, а наоборот. В сегодняшнем мире ни одно современное государство без эффективно функционирующей налоговой службы существовать не может. От того, как вы организуете свою работу, в значительной степени зависит экономическая политика ваших правительств. В конечном счете от этого зависит и в значительной степени зависит и налоговая нагрузка, от этого зависит и инвестиционный климат, и конечный экономический результат. В России, так же как, наверное, во многих странах, немало проблем всегда было в этой сфере, много еще остается, но все-таки, благодаря в том числе и поддержки наших коллег из-за границы, мы двигаемся вперед, улучшаем условия нашей работы в сфере налогового администрирования. Вы наверняка знаете, что по оценкам Всемирного банка мы по условиям налогового администрирования сделали хороший шаг вперед, поднялись со 105 на 64 место в мире и обогнали даже наших коллег из многих коллег из стран ОЭСР. Из 34 стран-членов ОЭСР мы обогнали 14 стран по показателю качества налогового администрирования. Конечно, это далеко не все, что мы еще должны сделать. Нами предпринимаются необходимые действия для того, чтобы исключить возможность ухода от налогов через офшорные зоны, для того, чтобы исключить возможность легализации доходов, полученных незаконным, преступным путем. Хочу сразу же отметить, что все эти действия российского правительства напрямую опираются на рекомендации наших коллег из ОЭСР, за что мы нашим друзьям весьма признательны. Развиваются и другие направления нашей налоговой системы. Они становятся более современными, более удобными для тех, кто платит налоги. Многие уже переходят в электронный формат. 76% примерно юридических лиц уже уплачивают налоги в электронном формате. Значительное количество физических лиц, граждан Российской Федерации, делает то же самое через возможности интернета. Это примерно около 2 миллионов человек. Хотел бы отметить, что в этом году мы принимаем у себя большую двадцатку, форум, который состоится в Петербурге осенью этого года. И желая удачи и эффективной совместной работы всем тем, кто сегодня собрался в Москве, конечно, нам бы было очень важно услышать ваши рекомендации и ваши предложения для форума двадцатки в Петербурге. Хочу отметить, что мы придаем очень большое значение сотрудничеству налоговых служб, и в этой связи напомню, что совсем недавно мы приняли решение о возможности передачи налоговой информации по запросам налоговых органов других стран. Я очень рассчитываю, уважаемые коллеги, что такая позиция российского руководства встретит ответную положительную реакцию и у наших коллег за рубежом,
И наши налоговые службы будут при необходимости также пользоваться вашей поддержкой. Ну а в заключение мне бы хотелось обратиться к господину Паскалю Сент-Аману с просьбой, которую я уже сформулировал, а именно, если у ОЭСР, либо у участников форума сегодняшнего в Москве рекомендации для российского руководства в преддверии предстоящего форума глав АТЭС в Петербурге в сентябре текущего года. Mr. President, thank you so much. Господин президент, большое спасибо за то, что вы присоединились к нам сегодня. От имени всех присутствующих здесь руководителей мы находим это большой честью для себя, возможности проводить его в Москве, и благодарим за гостеприимство. Налогообложение действительно это очень важный вопрос для многих стран, начиная с России. И вы этот вопрос возвели действительно в приоритетную часть вопросов повестки встречи двадцатки. Комиссары, которые представлены здесь, работают над вопросами обмена информацией, и мы надеемся, что мы сможем в сентябре отчитаться перед вами и до того, на встрече министра финансов, которая будет проходить 20 июля в Москве, о создании нового стандарта. А как мы можем создать глобальный стандарт автоматического обмена информацией? И таким образом мы формируем это предложение для этой встречи. И, во-вторых, именно вопросы избежания налогообложения со стороны транснациональной компании. Вместе с Россией и вместе с другими членами двадцатки мы формируем план действий, который будет гарантировать, что не будет возникать двойного избежания налогообложения. Именно для того, чтобы формировать привлекательные налоговые режимы с тем, чтобы транснациональные компании могли осуществлять инвестиции, направленные на рост, направленные на укрепление занятости, которая так необходима всем странам. Поэтому мы надеемся, что все сделаем вовремя, ко времени встречи двадцатки, для того, чтобы и вопросы налогообложения председательства России тоже было успешным. Большое спасибо за ваше участие. Большое спасибо, уважаемый господин Сент-Аман. Я хочу пожелать всем участникам этой встречи удачи, профессионального делового обсуждения всех проблем, ради обсуждения которых вы собрались. И надеюсь, у вас будет время познакомиться со столицей России. Уверяю вас, в Москве есть что посмотреть. И надеюсь, у вас будет немного свободного времени для того, чтобы получить удовольствие от общения с Москвой. Спасибо вам большое.